Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о сотрудничестве Ямала и Дом.рф. Программа льготного ипотечного кредитования в нашем округе действует с 2017 года. За это время ее участниками стали более 250 ямальских семей, улучшивших жилищные условия. Мы на 4,5% понижаем до 3. Распространяется на определенные категории, достаточно широкий перечень. Это граждане, проживающие в аварийном жилье, многодетные семьи, медицинские работники, ветераны боевых действий. По сути, значимую часть всех жителей округа претендуют на участие в этой программе. Мы в трехлетнем бюджете, она также имеет ресурс. По мере востребованности мы видим, что программа востребована, будем смотреть о выделении дополнительных лимитов. Этот доклад глава региона представил на видеоконференции под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Отдельное внимание на совещании полпред уделил реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Он предполагает введение 84 миллионов квадратных метров жилья на территории регионов Уральского федерального округа до 2030 года, передает пресс-служба губернатора.